Добрый день, меня зовут Воронов Игорь Анатольевич, и я представляю курс развития интуиции и прогностических способностей, диагностика, развитие, применение. Как и любой курс, наш курс состоит из нескольких частей. Это обязательные части теория, естественно, так как речь идет о психологии, то психодиагностика, и последний раздел – это практика, то есть как тренировать прогностические способности. И здесь предлагается авторская психотехнология, которая была мною названа «Пульсар». Программа курса состоит из введения и основных семи блоков. Во введении мы рассмотрим, естественно, саму проблематику, то есть откуда она появилась, как она существует, и самое главное, уделим внимание такой немаловажной теме, как контекст информации. Дело в том, что когда мы будем говорить уже в рамках первой части об определениях прогностических способностей, а их существует в настоящее время несколько десятков, то основная проблема прогностических способностей заключается в том, что, с одной стороны, ее можно на уровне житейской психологии представить как получение информации из будущего. Но здесь как раз важен контекст информации. Что значит информация из будущего? Ну вот представьте, допустим, крестьянину 19 века удалось получить информацию из будущего, химическую формулу ракетного двигателя. Да? Ну, получил он эту информацию, но в лучшем случае он ей воспользоваться абсолютно не сможет, а в худшем случае, если он еще попытается обнародовать эту информацию, то он станет объектом насмешек, ну, если не хуже. Вот. Поэтому, естественно, перед тем, как заниматься такой темой, как прогностические способности, мы должны четко отдавать себе представление о том, что из этого может в результате получиться. Вторая тема, которую мы будем с вами изучать, будет посвящена, как ни странно, организму человека и механизму переработки информации. Потому что, когда мы говорим об получении информации из будущего, из настоящего, в любом случае этой информации в нашем организме занимается так называемый механизм переработки информации. И здесь существует ряд нюансов, которые, с одной стороны, уже известны современной науке, с другой стороны, определенные темы находятся в стадии научных исследований. Вот. И, естественно, достаточно большое количество еще белых пятен, где человек еще не знает даже, как промоделировать некоторые процессы. Третьей темой будет среда обитания. Оказывается, именно среда обитания играет, ну, чуть ли не ключевую роль в способностях человека и в том числе способностях, связанных с прогнозированием, способностями, с возможностью получения информации из будущего, из далекого будущего, из близкого будущего, но временной контент мы рассмотрим немножко попозже. В четвертой теме мы рассмотрим сам механизм прогностических способностей. В настоящее время можно выделить две основные взаимодополняющие модели. Одну из моделей мы можем назвать временные ряды, другую модель мы назовем сигнал-шум. И вот рассматривая эти две модели, мы, собственно, сможем с естественно-научных позиций понять, что такое прогностические способности, что это не сверхъестественное, что это, в общем-то, достаточно нормальное состояние для любого, наверное, биологического существа предсказывать какую-то ситуацию. Более того, по некоторым работам наших отечественных специалистов уже считается, что прогностические способности являются чуть ли не одной из ключевых вообще психических качеств человека, по которым мы можем определить адекватность, неадекватность поведения этого человека в социуме. И вот, собственно, пятый раздел будет рассматривать у нас, или в рамках пятого раздела мы рассмотрим психодиагностические методики. Мы остановимся всего на трех психодиагностических методиках. Это будет тест на антиципационную состоятельность Менделеевича, опросник способности к прогнозированию Регуш и рисуночный тест Эйдес-прогноз вашего покорного слуги. Естественно, когда мы говорим о прогностических способностях, то
Здесь ключевую роль играют так называемые ошибки. Ошибки предсказания, ошибки интерпретации. И вот шестая глава у нас будет посвящена в какой-то степени теории ошибок, а с другой стороны мы рассмотрим виды и причины ошибок принятия решения. Седьмой раздел, заключительный, будет посвящен непосредственно психотехнологии «Пульсар», при помощи которой и происходит развитие прогностических способностей на основе двух уже обозначенных выше механизмов. Это на основе временных рядов и на основе модели, которую мы назвали сигнал-шум. Вот, собственно, краткое содержание двух основных механизмов и всего курса в целом. В заключение всем слушателям будет выдана компьютерная программа, которая в свое время проходила апробацию на борту орбитального комплекса «Мир», побывала даже на МКС. Программа, так называемая «Солнечный круг», которая и позволяет в какой-то степени натренировать прогностические способности, чтобы мы, люди, могли прогнозировать хотя бы негативные экстремальные ситуации, которые могут ожидать нас в ближайшем будущем, и с какой-то вероятностью принимать решения по снижению рисков, связанных с негативной информацией. Приходите на наш курс. Спасибо большое. Успехов!